Самая прикольная фраза, которую мне сегодня говорят, или там в социальных пишут, все продали в Москву, теперь все в Москву. Блин, ну вот почти на 4 миллиарда в этом году, в прошлом году дотации больше было из Москвы. При распределении налогов так же, как у всех субъектов Российской Федерации. То, что мы не умеем как бы работать и соглашения нарушаем, 800 миллионов откатили обратно, а вернули по дорогам, ну это же наши проблемы. Поэтому ни цирк, ни зоопарк, ничего там еще продали. Ну, в общем, мы не собираемся чего-то там. А потом, что такое Москву? Все, в Москву. Все, да, да, в натуральном виде.